Итак, большой болью для Алматы закончилась эта встреча, но давайте обо всем по порядку. Первыми счет открыли гости. Кулагер в большинстве счет открывает в первом периоде. Делает это Репин с передачи Власова. Первое звено у Кулагера отличается. Получился неплохой гол. Шайба прыгала, скакала и в итоге в ворота закатилась. Алматы попробовал ответить в следующей же атаке. Сейфулов не смог до шайбы дотянуться. Поиграл Алматы в большинстве и во втором периоде шайбу все-таки забрасывает. Также в большинстве Тунхундин, Бурделев и Баженов у него в ассистентах. Первое звено отличается. В верхний угол попадает. Отличный бросок. Но дальше забивал только Кулагер. На шайбу Тунхундина ответил шайбой Богатский с передачи Власова и Балдина. Тоже гол такой на загляденье получился. Там вторым темпом, да, броском. И Мельников не смог отразить этот бросок. Дальше Алматы попытался ответить там. Попытался на пятак вылезти, но сбил все. И ворота, и вратаря в этом эпизоде хоккеист Алматы. Но вот следующая шайба в воротах Мельникова оказалась уже в исполнении Васильева. Четвертая шайба. Черников и Хасенов у него в ассистентах. В дальний от вратаря угол пробивает игрок Кулагера. Дальше Кулагер не останавливается на этом. Уже Шалманов в воротах находится. Казаченко пятую шайбу забивает. Макеев и Крашенинин у него в ассистентах. Кулагер каждый следующий бросок превращал в заброшенную шайбу. Уже Крепков забрасывает с передачи Крашенинина. Это уже шестая шайба в исполнении Кулагера. Ну и седьмую шайбу забрасывает уже Васильев с передачи Макеева и Наместникова. Гол в большинстве. Ну и тут, конечно же, потом случилась вот эта вот потасовка, драка как раз после заброшенной шайбы Васильева. Седьмой заброшенной шайбы Тунхундин померился силой с Пальмтагом. Ну и на сим все. Спасибо за внимание. Увидимся на следующих играх Алматы.